Куда она тут взялась? Вроде и залететь неоткуда. Всем привет, дорогие друзья. Приехал в землянку еще вчера вечером. Снимать ничего не стал, интересного ничего не было. Печку потопил, да спать лег. Побыл в городе 2 дня и сразу в лес рванул, как появилось свободное время. Надеюсь, в этот раз побудем здесь подольше. В планах, конечно, дня 3 бы желательно, чтобы побольше успеть сделать. Затеял я новую стройку, хочу построить небольшую баньку, примерно 2 на 2. Бани здесь очень не хватает. Так прийти вот, попариться, это было бы вообще шикарно. Так что буду надеяться, что свободного времени будет много. Я все успею до Нового года. Попаримся из баньки в снежок. Вот это будет шикарно вообще. Всех хочу поблагодарить за ваши комментарии, за вашу поддержку. Очень много дельных советов. Что-то пригодится. Сейчас позавтракаю. Время уже без 10:12. Друзья, наши работяги. Сталь у нас идет 65Х13, нож охотник, нож тайга. Конструкция цельнометаллическая. Плашки у нас выполнены из дерева орех. Каждому ножу также прилагаются кожаные ножны с поясным креплением. Сейчас проведем небольшой тест. Покажем вам то, что ножи не боятся никаких ударных нагрузок. Никаких зазубрин. Проверим заточку на бутылке. И финальная стадия. Проверим заточку на бумаге. Наличие нож тайга и нож охотник. Рабочие ножи и стали 65Х13. Купил джута, 2 рулона. Посмотрим, насколько хватит. Лепота. Сегодня тепло еще, 15 градусов. Вообще 0 обещают. Обалдеть, аномалия. Минус 40, потом 0. У нас такого в декабре еще вроде не было. Может, давным-давно было. Баню сделаю немного подальше от землянки, чтобы она не привлекала внимания. Вот в этой яме. Банька должна быть теплая. Как-то так. Первый венец есть. Блин, через 2 часа уж темнять будет. 2 венца хотя бы положить. Вряд ли, наверное, успею. Отпиливать долго. Так-то что. Бензопилой, конечно, но уже бы скидал бы, наверное, 2-3 венца. Особо так не веду съемку, там как пилю, рублю. Одно и то же. Интересно смотреть будет. Так, вкратце.
Жарковато сегодня. В ушаночке. Всем доброе утро. Пойдемте. Обед готовить. Сейчас расскажу, все покажу. Ну, для вас утро. У меня уже 12 часов обеда. Вчера допоздна пилил. 4 штуки отпилил. 4 бревна. Сегодня с утра их принес. С 9 утра до 12 вот я нес эти 3 бревна, тащил. Вот такая стяжку с собой брал, что знал, что таскать бревна надо будет волоком. Это почти час на одно бревно уходило. Бревна допилил, потом пошел у землянки, пообедал, да, повырезал, потом покажу, если доделаю на днях. Раньше в делянку ездили лес валить. Все время сальцо жарили тоже на палочке. Какие фуагра и лобстеры с этим сравняться? Никаких фуагров нам не надо. По закону Архимеда нужно попить чаю, и можно дальше работать уже. Кстати, кто-то писал, что я чай не пью, а швыркаю. Швыркать вкуснее. Да, это по нашим, по лесному. Топору хана пришла. Хреновый. Говно, короче. А не черенок. Лопнул здесь. Ну, попробуем. Первое бревно в моей жизни. Конечно, по-любому все криво. Это болтается немного. Он там много вырубил. Прорубил. Пойдет. Да, топор, конечно, подвел. Колун. Им, кстати, ничего. Пас рубится. Сейчас подумал, что в принципе-то можно уже исправить эту ситуацию. Просто пас в этом бревне поглубже сделать. Она сядет. Надо, наверное, выдвигаться за бензопилой. А так, таким макаром я только до следующего Нового года буду делать ее. Прошел один день, я снова вернулся в лес. Продолжать строительство нашей баньки. Отремонтировал топор. Не знаю, насколько хватит. Взял бензопилу с собой. Сейчас дело пойдет быстрее. А сейчас позавтракаю бутербродами. Спрашивали, что за шум в лесу. Это шум от завода, который находится 3 километра от этого места. Когда я по осени строил землянку в прошлом году, этого гула не было. Но как наступила зима, так начался этот шум. Постараюсь сегодня выложиться по максимуму, сделать побольше работы. Вечером буду выбираться до города, смонтирую видео, публикую. И завтра обратно сюда продолжать строительство. Времени остается у нас 10 дней до Нового года. Но желательно это вообще до 30-го сделать уже. 30-го уже надо попариться. Не знаю, успею, нет, конечно, это все. Будем стараться. Сделал пас поглубже. С
посмотрим, как лягет. Уже получше. Вот. Второго уже получше. Можете даже не писать. Я знаю, что надо убирать кору. То, сё. Это я все знаю. Мне главное быстренько скидать до Нового года. Какая получится, такая получится. Это у меня пробная, так сказать. В таком стиле. Ну, в лапу. Это пародия на лапу называется. А потом, может, на следующее лето где-нибудь уже нормально постараемся избу качественно сделать. Где-нибудь в тайге там подальше. Никого, ни грибников, ни заводов, никого нигде не было. Добираться, конечно, тяжеловато будет. Ну и да ладно, смотрим, короче, жить надо до лета сперва. В планах, конечно, было сделать путик до озера Рыбацкого, 25 километров отсюда до него. И поставить где-нибудь посредине избу, чтобы можно было, ну, только место дислокации. Этот край ничего получился. Там опять немного дофига выпилил. Ну да ладно, че. Я не рассчитывал, что у меня с первого раза будет получаться идеально. Щели, ничего страшного. Запенить можно, утыкать тем же джутом. Поблизости никакого крупного валежника нету, поэтому будем делать из половинок, потому что целые мне не дотащить, очень далеко тащить придется. Но ничего, половинки толстые тоже, добротные. Такая вот красавица. Не живется мне спокойно. Что-нибудь да придумаю на свою жопу. На улице сегодня вообще лепота. -2 было утром. Сейчас, наверное, вообще 0. Бензин, конечно, капец вылетает. Доски делать бензопилой. Дорогие доски выходят. А тут в бачок где-то пол-литра влазит. Бачок почти что и уходит. Пол-литра. 25 рублей. Две доски получается. За 25 рублей. Нормально так. Дороговато. Неплохо вроде как получается.
из полубревна и толстые стены. Перекушу шоколадкой с чаем. В лесу, когда работаешь, даже есть-то неохота. Забываешь про еду. Надо все равно перекусывать. У меня есть там каша с собой. Неохота что-то. Далеко где-то в лесу, если на следующее лето буду строить избу, надо будет думать что-то насчет транспорта. Летом могу сделать путик, чтобы на мопеде можно было проехать. Мопедка-то у меня есть. А вот на зиму надо будет, наверное, металлолом покопать. И на зиму приобрести какую-нибудь мотособаку, мотобуксировщик. Потому что если километров 20 до избы будет, на лыжах можно, конечно, дойти. Но не дай бог что-нибудь случится, потом оттуда не выберешься на лыжах. А избушку-то охота где-нибудь в тайге, подальше от людей, чтобы точно уже никакие грибники на тебя не вышли. Не бояться строить, что ее там разберут, сожгут. Кто-то мне писал в комментариях, что была у него избушка тоже где-то в лесу, неподалеку от цивилизации. Разобрали? А вы мне еще говорите, почему я печку там убираю. Да потому что народ такой у нас нынче. Видите, своровать, видимо, нечего было, так избушку разобрали. На дрова, наверное, слепили. Поэтому, как получится, так получится на скорую руку. Неохота даже сильно вкладываться в нее. Если тут кто-то один найдет ее, потом всем расскажет и будут сюда ползать. Хотел где-нибудь высотой метра полтора сделать, чтобы чем больше баня, тем дольше топить. Мне это невыгодно. Быстрее натопил, быстрее попарился. Я там стоять не собираюсь, прыгать. Сидя, больше мыться. Ну, не мыться, париться. Поэтому, думаю, достаточно будет такой высоты сруба. Сейчас можно начинать делать козырек, крышу. Всем спасибо за просмотр. Скоро встретимся. Всем удачи, здоровья. Не болейте. Лучок побольше ешьте. Медок. Всем пока-пока.